47 лет стабильного лидерства в сфере производства обуви в Сибири и на Дальнем Востоке. Как зарождалась компания «Саян Обувь», в прошлом фабрика «Саяны», хорошо помнят сибиряки, которые в 68-м жили на юге Красноярского края в Хакасии. Именно благодаря им о новом предприятии узнала вся страна. Я счастлив, что я работаю на этом предприятии. Началось это в 1987 году, очень давно. Был, есть и остается прекрасный коллектив, который любит свою работу, любит то, что делает. И делает это очень хорошо. Фабрика «Саян Обувь» является одной из лучших в стране, потому что она первая перешла на систему менеджмента качества вообще в Российской Федерации из обувных предприятий. И вот эту высокую марку мы поддерживаем и счастье несем. Проследить почти полувековой процесс создания обуви можно вот по этим альбомам. Потертые страницы истории десятилетиями формировали сами сотрудники предприятия. В 60-е, 70-е, 80-е акцент делался на обувь текстильную, преимущественно мужскую и детскую. На фабрике «Саяны» миллионными партиями производили комнатные тапочки, сапоги, ботинки из войлока и драпа. Кстати, эти базовые модели вполне могут претендовать на статус визитной карточки предприятия. На полках фирменных магазинов и сегодня можно найти текстильную обувь, конечно, модернизированную, отвечающую требованиям современной моды. Однако в приоритете в наши дни все же продукция из натуральной кожи. Старт такого производства был дан на рубеже 90-х-2000-х. Конечно, было это все в новинку. Необходимо было закупить и новые единицы оборудования для кожаной обуви, и с новыми материалами поработать, и отработать технологии. Было интересно, и сейчас очень интересно, потому что технология, она, производство обуви, она всегда в движении. Модельный ряд регулярно обновляется. К классическим черно-коричневым тонам постепенно добавляется вся палитра красок. Традиционные мужские ботинки и сапоги потеснили изысканные женские экземпляры. Производить дамскую обувь крайне непросто, уверяют сотрудники фабрики, но запросы покупательниц превыше всего. Именно поэтому модельеры фабрики каждый год штудируют мировой рынок обувной продукции, обмениваются опытом работы с коллегами из России и зарубежья. Мы уезжаем снова на выставку в Москву по прошествии 2 лет и оттуда надеемся привезти опять же новые материалы, колодки и порадовать к весенне-летнему сезону наших покупателей новой, яркой, качественной обувью. Увеличение объемов производства, пожалуй, главная мечта сотрудников компании. Для ее реализации требуется выполнить немало условий. Одно из важнейших – это обновление оборудования. Сегодня фабрика закупает станки в Италии, Германии, Польше. В планах расширение границ сотрудничества. А это значит, что о сибирской обувной компании «Саян Обувь» узнает еще больший круг потенциальных потребителей.